В северной столице продолжают отмечать Светлое Христово Воскресение. В храмах Красносельского Благочиния проводятся массовые праздничные мероприятия для жителей района. Приход храма святого праведного Иоанна Кронштадтского организовал праздник для школьников, на котором ребята знакомились с жизнью церкви и народными традициями празднования Пасхи, а также постигали азы звонарского искусства. С места событий Марина Ланская. 60 учеников 217-й школы вместо уроков сегодня отправились в храм. Впрочем, участие в богослужении и знакомство с церковными традициями – тоже урок, интересный и живой. Ребята с очень живым интересом на это отреагировали, потому что праздник, потому что светлый праздник, потому что, в общем-то, большая часть тех детей, которых мы привезли, они исповедуют православие, и знать историю православия, знать историю своей страны, для них это тоже очень важно. На крестный ход ребята после божественной литургии отправились с иконами и хоругвями в руках. Для них это первый подобный опыт. Вы, ребятки, сегодня первая группа из многих тех, которые собираются прийти в наш храм. И, к счастью, вы поучаствовали и в конце литургии, и в крестном ходе. Вот очень хотелось бы, чтобы вы запомнили и на будущее время рассказали своим братьям, сестрам, своим друзьям о том, что вы были на Пасху в храме. После службы всех желающих провели по храмовой территории с экскурсией, предоставили возможность поучиться колокольному звону, фольклористы устроили для ребят уголок народных пасхальных игр. Нужно детям дать основу жизни, дать нравственный стержень, веру в Бога. И надо детей объединять. И во время этих праздников как раз происходит вот это единение, вот эта радость. Радость от того, что Христос воскрес, и все радуются, и природа радуется, и люди радуются. И звучит благовесть пасхальный, и звучат тропари. Третий год подряд в Красносельском Благочинии светлые дни отмечают с размахом не только внутри прихода, но и с привлечением местных жителей, чтобы радость поистине стала всенародной. Вот каждый день он называется понедельник Светлой Седмицы, вторник Светлой Седмицы. Да, такая пасхальная неделя. И чтобы вот поделиться друг с другом с радостью. Вот видите сейчас, как дети играют, да, вот с таким вот настроением. Тем более здесь вот уже перед выходными днями, погода солнечная. Ну и вот еще раз рассказать, напомнить о празднике Пасхи, Светлом Христовом Воскресении. В Красносельском округе не так много храмов, но даже маленькая церковь святого праведного Иоанна Кронштадтского на одноименной площади стала местом, куда идут многочисленные жители близлежащих в основном многоэтажных домов и надеются, что вскоре рядом будет достроен храм в честь Всемилостивого Спаса, который сможет вместить всех желающих.